нет, я наступила на нее. Оу, я ее подниму. У нее бывали дни получше, правда? Ты думаешь о том же, о чем и я? Время для челленджа. Это будет наша лучшая работа. Все любят принимать ванну. Особенно с небольшим количеством сахара. Как думаешь, все это туда поместится? Вот так. Ей это точно пригодится. Держи, маленькая леди. Оу! И щетка ей тоже пригодится. Отшелушивание – ключ к гладкой коже. Разве это не замечательно? О, да, отлично. Она выглядит очень свежо. У нас все получилось. Кто это? Эй, не могли бы вы передать это Барби от меня? Что там написано? Он приглашает Барби на выпускной бал. Ну? Да. Класс! О, это так романтично. У нас есть над чем работать. Волосы невероятно испорчены. Это значит только одно. Пора стричься. Посмотрим. Немного отрежем здесь. Ладно. Пора. Не волнуйся, Барби, это совсем не больно. Режем все. Он сказал все? Ты уверен, что знаешь, что делаешь? О, безусловно. Это мы еще посмотрим. А? Эй! Доверься мне, Майлз. Оливия, нет! Сейчас нам будет весело. Нет, я не могу на это смотреть. Я знаю, что сейчас в моде. Ты все увидишь, не волнуйся. Уверена, что ей уже лучше. Осталось совсем чуть-чуть. Готово. Где мои волосы? Какая трагедия! У нее были великолепные локоны. Все напрасно. Подождите, как это сюда попало? Эй, дай сюда. Тебе нужны волосы? Садись, придется немного подождать. Да, работы будет много. Но я все сделаю, не волнуйся. Я уже могу сказать, что это будет потрясающе. Только посмотрите на это. Вот это да. Это моя лучшая работа. Тебе нравится, Барби? Думаю, да. Эй, что ты там делаешь? О, это так мило. Синие волосы, значит. Ха, ладно. О, как мило. А, Оливия? Привет. Вау, твои волосы, они такие синие. Кажется, мне давно нужны были перемены. Мне нравится. Готов? Да, это должно помочь. Цифры должны быть правильными. Далее. Как я и предполагал. Да, давай начинать. Пришло время немного поработать. О, уже что-то получается. Это должно помочь. Как тебе такой цвет? Нравится? А, нет. Может быть и нет. Ба. Вот это, а? Дыши, дыши. Это сейчас в моде? Не слышу тебя. Что? Нам нужно лучше стараться. Подожди. У меня есть это. Вот, держи. Дуй. Вот так. Да, у тебя получается. Это должно тебя успокоить. Пожалуйста. На чем я остановился? Что здесь происходит? Я должен посмотреть. Думаю, я могу это использовать. Ага. Тебе понравится, просто подожди. Сначала нужно сложить сдутый воздушный шар пополам. Затем отрезать самый кончик. Теперь то же самое нужно сделать у основания. Отлично. Теперь можно развернуть воздушный шар и надевать на куклу. Идеально. Но мы еще не закончили. Талия должна быть подчеркнутой. А жилет придаст особый шарм. Теперь образ готов. Она готова к фотосессии. Мне нравится материал. Эй! Отличное начало, но есть еще над чем работать. У нее должен быть красивый маникюр. Ух ты, какие длинные.
Не волнуйся, я их обрежу. С такими ногтями она мало что сможет сделать, поэтому их и отрезают. Идеально. А это? Мило. Однако они ужасно острые. Нужно продолжать. А, какой ужасный звук. Но это того стоит. Теперь она готова. Работать в команде – это просто потрясающе. О! Дай пять, дай пять. Держи. Пожалуйста. У меня идеальная жизнь. Не хватает только... Стоп, кто это? Ого-го! Кто этот красавчик? Приятно познакомиться. Привет, я Барби. А я Кен, мужчина твоей мечты. Ого, кажется, это любовь. Это тебе. Как романтично. Ты просто милашка. Ого, ты отлично целуешься. Кен, кажется, мы не одни. Что? Я стану отцом? Это лучший день в моей жизни. Я люблю тебя. Осторожнее, животик. Ох, уже утро. Эй, Кен, проснись. Мне снились прекрасные сны, будто о моей жизни сняли фильм. Да, а я вот глаз не сомкну, потому что кто-то всю ночь храпел. Нужно собираться. О, моя прическа сейчас напоминает птичье гнездо. Эй, ты видишь, да? Ты всегда красива. Все в порядке, это можно исправить. Это труднее, чем кажется. У нас большие проблемы. Сделаю вид, что ничего не случилось. Я не сдамся. Настало время для преображения. Не двигайся. Ого, помедленнее. Все в порядке. Я знаю, что делаю. Посмотри на мою прическу. Клянусь, если ничего не получится, у тебя будут большие проблемы. Мне нужно сосредоточиться. Щекотно. Видишь, я же говорил, что тебе понравится. Нужно избавиться от спутанных волос. Мне всегда хотелось это попробовать, только не со своими волосами. Готово. Ну вот, теперь мне нужна моя 3D-ручка. Попробуем что-нибудь новенькое. Этот цвет сейчас в моде. С помощью ручки я сделаю спиральки. Всегда хотела кудрявые волосы. Что же, тебе повезло? Я добавлю еще несколько прядей. Да, не хочу, чтобы остались залысины. В конце концов, мне нельзя портить имидж, как я выгляжу. Роскошно, как и всегда. Сейчас посмотрю. Ух ты! Мне нравится. Кажется, я всегда была блондинкой. Пора что-то менять. Потрясающе! Кен, ты лучший. Для тебя я сделаю все, что захочешь. Лишь бы ты была счастлива. Как я могу тебя отблагодарить? О, знаю. Я могу и тебе сделать новую прическу. Нет. Они похожи на птичье гнездо. Мне надо позвонить. Алло, мне нужна ваша помощь. Да, дела плохи. Весьма. Привет, милая. В чем проблема? Взгляни на это. Даже прикасаться противно. Поколдуйте тут немного. Что скажете? За деньги я готова на все, что угодно. Фи, кажется, это мой самый сложный случай. Посмотрим, что можно сделать. Начнем с шампуня. Тебе он необходим, дорогуша. Как насчет легкого массажа головы? Милая, ты в курсе, что у тебя корни отросли? Но я могу это исправить. Смоем всю пену. Теперь посушим. Сейчас мы тебя преобразим. Я словно Пикассо с расческой в руках. Подруга, ты просто красотка. Давай посыпем твои волосы блестками. Каждому в жизни нужно немного блеска. Мое дело сделано. Ого, наденьте вот это. Он не подходит к моему образу. Ладно, ты же платишь. Как это унизительно. Вы это заслужили. Мои глаза. Тебе не кажется, что ты преувеличиваешь? А, какой яркий. Давай. Было приятно. Звони в любое время. Ого, какая она стильная. Надо тебя тоже расчесать. И я знаю, что делать. Не может быть. О, да, сбриваем все налысо. Долой волосы. Попрощайся со своими золотыми локонами. Берем нитку с иголкой. Сейчас сделаем тебе новую прическу. Втыкаем иголку с ниткой в голову куклы. Начнем с розовых прядей. Как ярко и эффектно. Но мы добавим и другие цвета. Нужно покрыть всю голову куклы. Обрежем излишки нити
Соберем тебя обратно. Выглядит супер. Надо и самой так волосы покрасить. Будем близняшками. Тебе идет. Ты точно будешь выделяться в толпе. Тебе нравится Минди? Ого, отличная работа. Не верится, что это одна и та же кукла. Думаешь, она действительно его любит? Не знаю. Подожди, она качает головой. Ах. О! Смотри, это Барби. Она украла телефон. Теперь он мой. А, она такая злая. Подожди, я поняла. Да, точно. Я сделаю для Барби ее личный телефон. Мило, правда? Почему бы не добавить немного блеска? Например, вот такого. Это поможет мне выровнять границу. Продолжаем. Лента липкая, это хорошо. Идеальный вариант. Но нужно добавить еще что-нибудь. Например, деньги. А пластик будет удерживать их. С блестками все выглядит лучше. А у меня их много. Идеально, если можно так выразиться. О, эта штука восхитительна. Ты сама это сделала? Ага, и это твое. Получилось. На чем мы остановились? Жаль, что у этой штуки нет Wi-Fi. Хотите посмотреть? Мы готовы. Просто нужно найти правильный ракурс. Это видео просто потрясающее. Мне нравится. Если мои расчеты верны... Эй, чувствуешь запах? О! Это, наверное, от тебя. Не может быть. Вот опять. Нет, опусти руки, девочка. Вот это подмышки. Я не могу больше это терпеть. Вот так. Теперь не шевелись, хорошо? Я не могу дышать. Какая драма. Не волнуйся, я справлюсь. Добро пожаловать в салон Барби. Если ты однажды попробуешь мозговую эпиляцию, то потом будешь делать ее всегда. Есть. Видишь? О, ну и ну. Ew, yuck. О, не знаю, что произошло, но пахнет лучше. И посмотри, какие гладкие у нее подмышки. Я никогда не видел ничего подобного. Я тоже так хочу. Хочу, чтобы у меня были гладкие подмышки. Что скажешь, Барби? Да, не делай этого. Не надо. Ты все слышал. Что? Все не так уж плохо, правда? О, нужно начать пользоваться дезодорантом. Я так голоден, что могу съесть лошадь. Да, я умираю от голода. Что такое? Я тоже хочу есть. Накормите меня. Ой, теперь мне стыдно. Я знаю, у меня тут есть торт. Ну, совсем маленький тортик. Вот. Вот это да. И что мы ей дадим? Не знаю. А чего ты хочешь? Мою сумочку? О, она хочет, чтобы у нее тоже была сумочка. Я могу тебе помочь. Понадобится эта маленькая штучка. О, это тоже. Есть! Но сначала нужно взять горячий клей. И наклеить бусины. И через некоторое время это будет выглядеть так. Осталось одно место. О, да! Готово! Отлично! Хотя не помешало бы еще кое-что. Например, вот это. Бум! Это было просто. Это самая милая сумочка. И она твоя. А? Это мое? Так классно. Это было несложно. И что теперь? Мне нужно в туалет. Серьезно? Подожди, Майлз. Она может воспользоваться вот этим. Видишь? Это крошечный туалет. Видишь? Теперь давай. Оно приближается. Что это за ужасная вонь? Давай уйдем отсюда. Какое облегчение. Путь был долгим. Серьезно, Майлз? Этот новый образ нас очень тронул.
ты говоришь о преображении? Уже поздно. Смотри, это Кен. И он на лошади. Здравствуйте. Она ждет тебя. Вперед, ты готова? Держитесь крепче. Ух ты, что это за место? Мы отлично поработали. Люблю, когда все хорошо заканчивается. Нельзя просто сидеть и ждать. Надо что-то делать. Посмотрите на эти прыщи. Гигантские. Надо их выдавить. Фу, не могу. Гадость какая. Тут нужно подходящее защитное снаряжение. Вся эта грязь может разлететься в воздухе, да и руки пачкать не хочется. Итак, начнем выдавливать. Фу, как брыжет. Вот почему так важно быть готовыми, ребята. О, мне даже в рот попало. На вкус? Не так уж и плохо. Похоже на крем. Бывало и хуже. О, я даже смотреть на тебя не могу. Зачем ты это сделала? Стоит только начать, остановиться невозможно. Все и правда вышло из-под контроля. Надо это исправить. Нальем клей в миску. Этого достаточно. Хм, чего-то не хватает. О, не двигайся. Что ты делаешь? Шш, доверься мне. Мне нужно немного твоих теней. Какие красивые, блестящие. Теперь перемешаем. До однородности. Идеально. Теперь нанесем смесь на куклу. Не дергайся, я не хочу ошибиться. Это поможет очистить всю грязь. Ну, я на это надеюсь. Тебе повезло. Я бы не отказалась от уходовых процедур. Ого, твоя кожа просто сияет. Разница налицо. Она выглядит отлично. Хм, а вот моей не помешает преображение. Избавимся от всей этой грязи. Нужно видеть, с чем мы имеем дело. Так-то лучше. Стойте, взгляните на зубы. Надо бы их почистить. А! Не та щетка. И о чем ты только думаешь? Щетки же прямо у тебя перед глазами. А? Ой, точно! И как я их не заметила? Вот это подходящая щетка. Скоро у тебя будет голливудская улыбка. Открой пошире. Ммм, мятная. Хм, мы еще не закончили. Нам нужно что-то еще, но что? Дайте подумать. Вот эта сережка. Придадим ей нужную форму. Вот так неплохо. Приложу это к зубам моей куклы. Голливудская улыбка в мгновение ока. Смотри, Грейс, что скажешь? Классно выглядит. Ты так добра. Жизнь прекрасна, но мне так не нравится делать работу по дому. Кажется, будто она никогда не заканчивается. Упс, нужно убрать это. Барби, все в порядке? Да, я просто читаю. Тебе нельзя сидеть на полу. Все в порядке, не переживай. Нет, так нельзя. Нужно что-то придумать. И у меня уже есть идея. Настало время проявить себя. Для начала я положу ткань на ровную поверхность. В центр нее я положу губку. Ее нужно придерживать. Я накрою губку тканью, но только с одной стороны. Теперь мне понадобится горячий клей. Я нанесу его на ткань. Отлично! Теперь можно накрыть ее второй стороной. И немного прижать. Следите, чтобы не было складок. Теперь я поставлю губку вот так. И сложу ткань сбоку. Это похоже на упаковку подарков. Отличная практика перед днем рождения Барби. Получается вот так. Теперь я нанесу немного клея и заверну ткань. Так она останется на месте. Отлично. А сейчас мне понадобится больше клея. Я нанесу его вот сюда. Нужно работать быстро, чтобы клей не застыл. Я прикреплю губку на большой кусок картона. Мне понадобится больше. Сзади я оставлю небольшой зазор. Эти губки я приклею сверху. Теперь я нанесу клей вот сюда и сделаю подлокотники. Для этого мне понадобятся деревянные блоки. И Барби больше не придется сидеть на полу. Мне нравится. Нужно скорее ей показать. Ох, тяжелый. Нужно чаще ходить в тренажерный зал. Вот это просто идеальное место. Эй, Барби! А, ты сам это сделал? Серьезно? Ух ты, какой ты талантливый. Ого, как удобно. То, что нужно. Иди сюда, садись рядом. Иду! Барби! О-оу, это плохо. Не переживай, я поймаю. Есть! О,
Оу, мой герой. Это моя работа. О боже, а, давай же открывай. А, никакого воспитания. Что с ней такое? Я больше не могу терпеть. А, да ладно, как можно оставлять туалет в таком виде? Эй, что ты здесь делаешь? Сейчас я тебя выну. О, сама не верю, что это делаю. О, как противно. Как ты смогла так испачкаться? Серьезно. А я думала, что сегодня у меня плохой день. Нужно тебя почистить. Надеюсь, ты не боишься замкнутых пространств. Вот так, давай, приготовься, включаю. Вау, так завораживает. Фух, наконец-то это закончилось. Ого, совсем другое дело. Ты выглядишь намного лучше. Возможно, я поторопилась с выводами. Нужно что-то делать с твоими волосами. Не бойся, я знаю, что делаю. Время сменить твой имидж. Тут требуется что-то яркое, дерзкое. Может быть, прическа Боб? Прощайте, золотые локоны. Эй, это реально весело. Потом сделаю прически моим плюшевым мишкам. Сколько тут жвачки? Нужно от нее избавиться. Не шевелись. Ты вообще пользуешься шампунем? Похоже, что нет. Бра, это выкидываем. Нет, так не пойдет. Нужно брить. Кто знает, может быть, лысый стиль тебе к лицу? Думаю, пора это выяснить. В длинных волосах нет ничего особенного. Ну, за исключением моих, конечно. Я ни за что не сбрею мои волосы. Знаешь, по-моему, лысый имидж не для тебя. У меня есть идея получше. Нанесем тебе на голову клей. Представь, что это смягчающий кондиционер. Достаточно. Теперь берем эти крутые фиолетовые пряди. Я выдернула их из маминого парика. Приклеим волосы к твоей голове. Используем кисточку, чтобы прижать их к черепу. Добавим еще одну прядь. Нужно, чтобы волосы покрыли всю макушку и затылок. Нельзя оставлять пробелов, а то выйдет конфуз. Вот, последняя прядь. Вау! Иногда я сама себя удивляю. Пройдемся по ним щеткой. Ты выглядишь изумительно. Но мы еще не закончили. Нужно добавить блеска. Этот маленький гаджет сильно облегчит задачу. Поместим его поверх твоих волос и нажмем. Вуаля! К волосам прикрепляются стразы. Что может быть лучше блестящих украшений? Видишь? Я же говорила, будет здорово. Мне нужно работать стилистом. Просто невероятно. Ого, идеально. Тебе так идет? Окей, что дальше? Нужно заняться ресницами. Ау, так больно. Чего только не стерпишь ради подруги. Но результат того стоит. Все мечтают о длинных, красивых ресницах. Еще немножко. Ух ты, вот это я понимаю. Хорошо, ложись и расслабься. Пора сделать макияж для губ. Я знаю, что нам поможет. Этот прозрачный лак для ногтей. Себе я так делать не стала бы, но для тебя отлично подходит. Нанесу тонкий слой на губы. Прекрасно. И посыплю сверху блестками. Я выбрала розовый цвет. Он эффектно подчеркнет твой имидж. И извини, немного перестаралась. Не беда, сейчас сдуем лишнее. Вау, надо и мне попробовать помаду с блестками. Тогда мы будем в одном стиле. Дай-ка на тебя посмотреть. Чего-то не хватает. Я знаю. Возьмем свежие чернила. Это совсем не больно. По крайней мере, я так думаю. Использую кисточку, чтобы осторожно нанести эту переводную картинку. Вуаля, теперь у тебя милая татуировка. Сделаем еще одну на другой руке. Ты будешь выглядеть супер круто. Да, вот так-то лучше. Очень смело. И добавляет индивидуальности. А сейчас пора найти тебе одежду. К счастью, у меня есть наряды на любой случай. Здесь точно отыщется что-то для тебя. Посмотри-ка, как насчет этого? Что ты думаешь? Мне не нравится. Хорошо, начнем сначала. Возможно, тебе по вкусу вот такие топы. Смотрится мило. Это необычно. Но не годится. Что еще у нас есть? Примерь. По-моему, будет хорошо. Ты выглядишь супер. Но знаешь, кое-чего не хватает. Тебе нужны туфли. Босые ноги сейчас не в моде. Мои туфли тебе велики. А? Утенок? Только не на людях. Надеюсь, ты хоть слил. Хотя, возможно. А ну-ка. Такой мягкий. Этот слайм как нельзя кстати. Растянем его вот так. Давай сюда ногу. Теперь придадим слайму форму твоей ступни. Вышли суперудобные дизайнерские туфли. Настоящий эксклюзив. А сейчас время добавить красок. Это может стать моим фирменным стилем. Очень удачный контраст. Каблуки тоже покрасим. Ого, они составляют гордость любого гардероба. Вот это преображение. У нас получилось. А? В чем дело? Ау, ясно. Такие вещи откладывать нельзя. Отделим верхнюю часть от этой бутылки. Хорошо, что я хожу на курсы карате. Теперь нужно покрасить.
Белый цвет как раз подойдет. Вот так, по всей окружности. И горлышко тоже покрасим. Дадим краске высохнуть. Поставим заготовку на эту крышку от банки. Теперь нужно сиденье. И оно должно быть удобным. Эту деталь вырежем из фоамирана. Теперь приделаем бачок. Ваш трон ждет вас. Давай, проверь его в деле. Не бойся, я не смотрю. Вау, такого я не ожидала. О, куколка, у тебя такие мягкие волосы. А, не верится, что она до сих пор играет в куклы. О, привет, тебе нравятся куклы? У нее такие красивые блестящие волосы, правда? Прости, мне пора. Похоже, ему не понять. Однако куколка немного грязная. И может ее подстричь? Не шевелись, это совсем не больно. Чик-чик, и готово. А еще нужно что-то сделать с твоим платьем. Куколка, выглядишь намного лучше. Вот, садись рядом со мной. У меня так здорово получилось преобразить куколку. А-а-а! Что за ерунда? Кто ты? Откуда ты взялась? Куколка, не верится, что ты ожила. Как ты стала живым человеком? Пожалуйста, хватит меня тыкать, Венди. Это грубо. Мне просто не верится, что ты здесь передо мной. Пожалуй, ничего более безумного и потрясающего со мной еще не случалось. А можно с тобой сфотографироваться? Да! Смотри, какие фотки я сделала. Стойте. Я правда выгляжу так, как на этих фото? Куколка? О, да, Венди. Не лучшие фотографии. Не обращай внимания на те фотографии. Вот, смотрись в это зеркало. Не понимаю, что я должна здесь увидеть? Жди здесь. Интересно, куда она? Что ж, она вернется. Раз уж у меня есть это зеркало, можно повыдавливать прыщи. Нажмем хорошенько. Гадость! Вот этот тоже лучше выдавить. О, он лопнул. О, вот тут на щеке еще один. Венди, я вернулась. И принесла сумку. Стой, что ты делаешь со своим лицом? Оу, прыщи выдавливаю. Не смогла удержаться. Ясно. Слушай, у меня есть кое-что получше для твоих пальцев. А? Что это? Похоже на какое-то устройство. Так, похоже, надо нажать эту кнопку и приложить его к лицу. Божечки, он расправился с моим прыщом. Мне же не показалось? Потрясающе! Какой-то волшебный гаджет. Он не волшебный, это просто наука. Это так круто! Продолжу его использовать. Посмотрим, удастся ли мне избавиться от всех прыщей на лице. Отлично справляешься, Венди. Так держать. Большое спасибо, куколка. У меня есть для тебя еще кое-что. Хочешь попробовать? Да, конечно. Теперь я хочу попробовать все, что у тебя есть. Нанесу маску зеленым чаем на мою жирную кожу. Мои проблемные зоны – это определенно подбородок и нос. Спасибо, куколка. Вот, держи свою роликовую маску. Всегда пожалуйста. Кажется, маску уже можно смывать. Класс! Возьму салфетку, чтобы стереть маску. Ого! Смотри, как она справилась со всеми черными точками. Обалдеть! Кожа теперь выглядит намного лучше. Точно. Перейдем к следующему шагу. Что это? Какой-то скотч? Оу, это для моих бровей? И для чего это? Оно не вырвет все мои волосы. Но, подожди секундочку. Сейчас сорвем этот скотч с твоего лица. Ого! У моих бровей теперь такая классная форма. Не верится, что понадобилась всего лишь полоска скотча. Спасибо, куколка. Ты самый лучший друг. Давай сделаем новые фотографии. Минуту. Что это за звуки? Они доносятся из туалета. Кто-нибудь еще это слышит? Что там происходит? Нужно проверить. Привет, здесь кто-то есть? Как странно, никого нет. Эй, тут что-то в унитазе. Что это? Там кукла? Она такая грязная. Бррр. О, так скверно пахнет. А? Так делать нехорошо. Ненавижу хулиганов. Прекратите. Да, лучше бегите отсюда и не возвращайтесь. Ты окей? Идем со мной. Нужно тебя привести в порядок. Пожалуй, это будет трудно. О, от тебя так воняет. Так, давай уберем с тебя этот слайм. Фу, какая гадость. Да чего липкий.
Наконец-то. Хорошо. Фу, ты все еще грязная. Такой вид не годится. Нужно тебя помыть. Избавимся от этой жуткой одежды. Эй, что это ты делаешь? О, ты только что со мной заговорила? Ама, я немного стесняюсь. О, конечно. Извини. О чем я только думала? Не торопись. Благодарю. Ах, это так приятно, снять с себя все грязное. Да уж, могу представить. Когда ты будешь готова, устроим тебе горячую ванну. Я ее приготовлю. Вот так, водичка в самый раз. Тебя нужно окружить заботой. Добавим соли для ванны, а теперь размешаем. Вау, поглядите на эти пузырьки. Как у тебя дела? Я готова. Очень мило. Этот цвет тебе точно к лицу. Я помогу тебе лечь в ванну. Все хорошо? Вода не слишком горячая? Мне понадобится губка. Она очистит всю грязь. Придется потереть. Ты не против? О, да. Как хорошо. Я не прочь получать такие процедуры каждый день. Я люблю наши домашние вечера. А что еще по телевизору идет? Сейчас посмотрим. Ах, романтическая комедия, скукотища. Я придумала. Давай сходим на свидание. Звучит неплохо. Я буду ждать тебя здесь. Как я выгляжу? У меня не слишком большой живот? Мне нравится, очень красиво. Нет, чувствую себя огромной, нужно переодеться. Барби, постой! Наряд номер два. Что скажешь? Прекрасно! Упс, нужно застегнуть. Это будет непросто. Не застегивается. Может, если я? А на чем это я сижу? Что-то лежит в кармане. Ага, а я думал, что это за запах. Стоп, у меня есть идея. Тебе нужен мой старый носок? Да, к сожалению, он мне пригодится. Для начала я разрежу его пополам, вот так. Нижняя часть мне не нужна. Теперь я сделаю складку сверху и сделаю небольшой надрез. Я переверну носок и сделаю то же самое с другой стороны. Нужно отрезать маленький уголок. Отлично, это пока можно отложить. Теперь мне понадобится мусорный пакет. Мне нравится розовый. Его нужно сложить пополам. Аккуратно. Все должно быть точно. Я разверну пакет. А где клей? Ага. Я нанесу его на одну сторону пакета. Вот так. Достаточно. Теперь нужно сделать складку. И так со всем пакетом. Отлично. Должно получиться вот так. То, что нужно. Я сама придумала праздничную юбку. Теперь мне нужна застежка-липучка. Я помещу ее вот сюда. Отлично. Теперь обе части можно соединить. Только проверю, чтобы все надежно держалось. Не хочу, чтобы юбка расстегнулась. А то будет неловко. Ух ты! Какой стильный наряд! Ого, Барби, ты прекрасно выглядишь! Можем идти! Как классно! Ты выглядишь супер! Получилось так здорово! Тебе нравится твой новый образ? О, как хорошо! Не останавливайся! А, мой палец прилип! Не бойся, я его вытащу! Ай, ай, прекрати! Сейчас! Ой, ой! Видишь, все хорошо. Минуту. Оу, извини меня. А, ты не думала сменить прическу? А это мои волосы. Ничего, без паники. Я знаю, что делать. Надеюсь, что знаю. Может быть, здесь есть что-то, что может помочь. Ого, сколько мусора. Зачем мне эти нитки? Мне давно пора убрать лишние из карманов. Секунду, думаю, это пригодится. Будет выглядеть изумительно. Мне понадобится бритва. Хорошо, что рука у меня верная. Нужно побрить тебя наголо. Единственный способ избавиться от этой гадости. Еще немножко. Теперь возьмем нитки и деревянный шампур. Просунем концом шампура нитки в отверстие. Используем пряжу разных цветов. Вуаля! Не хуже дорогих салонов красоты. Вау, иногда я сама себя удивляю. Нереально крутой имидж. Ты выглядишь так модно. А сейчас почувствуй ветер в волосах. О, да, я звезда. Этот образ просто огонь. Может и мне сделать что-то похожее? Впрочем, не стоит. На что это ты смотришь? О, ничего себе! Нет, мне это не подходит.
Вот это больше в моем вкусе. Так шикарно. Последний писк моды. Обожаю. Ух ты, я с тобой согласна. Мне тоже пригодится новый наряд. Тебе это нравится? Сейчас сделаем. Я скоро вернусь. Чтобы тебе подобрать? Бррр, ну уж нет. Нет. Не то. Мимо. А что если? Да, с этим точно можно работать. А это не совсем то, что я себе представляла. Я думала, будет более, да, понимаю тебя, так не годится. Что еще здесь есть? Сейчас, минуточку. Эй, погляди, что у меня. Дизайнер, сама мать природа. Нет, это тебе тоже не нравится. У меня заканчиваются идеи. Не знаю, что еще можно сделать. Хотя, можно взять пластилин. Ну, как тебе? Я даже не знаю. Что ты собираешься делать? Смотри, доверься мне, все под контролем. Раскатаем кусок пластилина, а теперь разрежем его. Используем специальный пластиковый ножик. Для начала сделаем длинные прямые надрезы, так, чтобы стало похоже на джинсы. И вышло неплохо. Теперь осторожно вынем их и наденем на куклу. А затем сделаем топ. Ого, чудесный наряд. Он тебе очень идет. Мне даже завидно. Я тоже хочу такие вещи. Постой. Чего-то не хватает. Тебе нужна куртка. Сейчас наденем. Вау, теперь твой новый имидж завершен. Тебе хоть сейчас можно на подиум? Да, все в восторге от тебя. Я так счастлива. Снимите меня с моих лучших ракурсов. Ты настоящая красавица. Ох, я устала. Сегодня был насыщенный день. Мы столько всего сделали. Пора немного вздремнуть. А? Эй, проснись. Что? Что такое? Привет, как дела? Что? Наверное, это сон. Нет, это и правда я. И я выгляжу потрясающе. А все благодаря тебе. Вау, я не верю своим глазам. Ты взаправду. Я знаю, мы будем лучшими подругами. Это самый лучший день в моей жизни. И в моей. Иди сюда.